Всем привет, дорогие друзья! Да, вы правильно угадали, на заднем фоне Натали с песней «Володя, Володя». Ну, вот просто у меня такое настроение, хотел немножечко пошутить. К женщинам хочу обратиться, которые в моем крайнем видео, во влоге я имею в виду, я же сейчас не только программу делаю, снимаю еще влоги, женщины 45-50 и от 65 обиделись на меня, начали писать, что почему ты нас назвал ватницами, на самом деле это не так, я не являюсь запутинкой, я там не смотрю телевизор, я активный пользователь Рунета. Девчонки, слушайте, я такого не говорил, начнем с этого. Я сказал, что да, 70% опрошенных оказались женщинами, вот в таком вот возрасте, об этом, собственно, был целый блог. Я рад, что вы входите в те... Из них только 53%, да, высказались за Чебурнет. Я рад, что вы входите в те 47%, которые не хотели быть Чебурнета. Хотя, по большому счету, что такое вот эти вот проценты? Вот этот вот процент – это большой-большой-большой, наверное, обман. Я все время на выборах постоянно использую этот вот процентные показатели и так далее. В чем обман? Почему здорово использовать вот эти вот процентные показатели? Представляете, как я сказал, 1000 человек опросили. 53% за Чебурнет. Что такое 53% от 1000? 530 человек. Теперь представьте себе, где-то в российской газете заголовок 530 человек в России высказались за Чебурнет. Ну, смешной заголовок. Насмех поднимут ту российскую газету вообще всех. Если перевести все это дело в проценты, 53% высказались за Чебурнет. Большинство россиян хотят развивать отечественный интернет. Вот она, где собака-то зарыта. Вот оно, в чем кидалово на да, лава. Я просто не матерюсь себя в эфире. Ну, теперь вы об этом знаете. Хорошего дня!